Именно в этом культурном пространстве проходил матч на звание чемпиона мира в 2012 году между Гельфандом и Анандом. Да, очень класс, классный был матч. Я помню, что было очень много зрителей. Да, я помню, некоторые не могли попасть. Это пространство Третьяковская галерея. Да, все правильно. Это, конечно же, Третьяковская галерея. А часто ходил туда, вот, чисто посмотреть, что там? Я был, мне кажется, три раза, и в завершении тоже был. То есть, ну, не каждый день.